Ну, здравствуйте, друзья мои. Видео у меня сегодня неинтересное. Видео у меня сегодня страшное и немножко познавательное. Вот ящик старого оператора уже, скорее всего, даже не функционирует. И вот если его открыть, то мы видим сначала оптический кросс, а потом мы видим вот такое дело. Куча использованных шприцов. Медицинские бутылочки использованные, да, и еще куча шприцов. Видимо, используется этот ящик не совсем по своему телекоммуникационному назначению. Эти шприцы падают, а вот зла не хватает, не дай бог еще поцарапаться. Вот так вот, такие вот интересные встречи временами происходят.